50 лет на страже качества. Свой полувековой юбилей отметила служба качества и инжиниринга механо-ремонтного комплекса ОАО «ММК». Служба, основной задачей которой всегда было изготовление и ремонт деталей на основе использования новейших достижений науки и техники. В честь юбилея на торжественном сменно-встречном собрании наградили самых ответственных работников предприятия. Подробности в сюжете Евгении Салахутдиновой. Их работа – контроль качества на торжественном сменно-встречном собрании несколько десятков человек. Все они специалисты высокого класса. Сотрудники службы качества и инжиниринга, которая сегодня отмечает 50 лет со дня основания. Дата значимая и знаковая. История службы качества и инжиниринга началась в ноябре 1966 года с образования Центральной лаборатории металлургического комбината при главном механике ОАО «ММК». Основными задачами службы изначально были выпуск и ремонт износа стойких запасных частей и деталей. За полвека работы здесь было реализовано множество серьезных проектов, и это еще не предел. Мы начали выпускать машиностроительную продукцию. Мы разработали технологию, изготовили корпус конвертера и опорное кольцо, которое мы передали в один из 100 литейных цехов Магнитогорского металлургического комбината. Я хочу сказать вам всем большое спасибо за работу. Пожелать вам счастья, здоровья, развития технических достижений. Сегодня структура службы качества инжиниринга включает в себя два технологических отдела. Это металлургический и отдел механической обработки и сборки. И лабораторию технологической подготовки производства. В состав службы также входят отдел технического контроля и центральная заводская лаборатория. Наша служба, она... Последние десятилетия превратилось, по сути дела, в мощный инжиниринговый центр, который сам начал генерировать новые идеи, разрабатывать ноу-хау. И это не случайно. В службе качества работают только высококвалифицированные специалисты. Среди них 5 действующих кандидатов наук. 8 человек в данный момент обучаются в аспирантуре. Более 90% работников имеют высшее образование. Это при том, что 40% специальности службы – рабочие. Все люди трудятся здесь с большой отдачей. Людмила Стебелева работает в лаборатории спектрального анализа уже 13-й год. Говорит, они с коллегами всегда были нацелены на развитие производства. Очень много организовывали, строили, стремились к чему-то, увеличивали площади лаборатории, покупали оборудование. В завершении собрания самым ответственным сотрудникам были вручены почетные грамоты от предприятия, правкома и администрации города, а также денежные премии. Яркую точку на сменно-встречном поставили артисты Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Подробнее о 50-летнем юбилее службы качества инжиниринга смотрите в эфире нашей телекомпании в программе ТВ ММК, которая выйдет в эфир 24 ноября в 19:10. Евгения Салахутдинова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.